Экстремофилы – это живые организмы, способные выживать в экстремальных условиях. Биомолекулы, выделенные из них, обладают уникальными свойствами и сохраняют свою активность даже в самых жестких условиях. Изучение таких свойств представляет большой интерес среди ученых. В связи с этим стартует постпандемическая позитивная акция «Секвенируем бесплатно и создаем базу знаний про уникальных животных Российской Федерации». Организатором выступает совместная международная лаборатория «Экстремальная биология», поддерживаемая Казанским федеральным университетом и Японским научно-исследовательским институтом РИКЕН. Работа в лаборатории направлена на поиск уникальных приспособлений организмов в экстремальных условиях, отсюда и ее название. Экстремальная биология запускает конкурсный пилотный проект по принципу Citizen Science. Это проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев. В настоящее и будущее мы поняли, что было бы крайне интересно попытаться поискать и новые, еще не открытые и не широко известные научной общественности виды животных. Вот, то есть на самом деле очень часто такие вот интересные находки появляются из-за бытовых наблюдений. И первый пункт, по которому мы вот решили такую мини-акцию провести, то, что мы крайне заинтересованы с научной точки зрения, с расширением нашего кругозора в плане интересных нематериальных объектов, которые просто пока еще не попали в круг зрения специалистов. Для участия необходимо выбрать живой организм, обладающий подобными свойствами, и отправить мотивационное письмо на электронную почту лаборатории, рассказав, почему выбор пал именно на него. Также необходимо иметь доступ к организму для забора биологического материала. Подведем наши некоторые промежуточные итоги. Мы попросим наших тех, кто заявлялся, победителей, предоставить нам необходимое количество биологического материала, и постараемся за ближайшие несколько месяцев сделать профиль экспрессии генов, как мы и писали в нашем объявлении, по вот этим полученным объектам. И здесь мы готовы предоставить все результаты, как результаты первичной биоинформатической обработки, которые наши специалисты из лаборатории помогут сделать, так и изначальные данные, чтобы люди, которые заявлялись под эту программу, могли сами поисследовать, поработать с ней, то есть полностью открываем данные. Но взамен просим открытость для сотрудничества в будущем, как с нашей лабораторией, так и с сообществом российским и даже международным научным сообществом. Благодаря этой акции любой желающий может окунуться в мир генетики и внести свой вклад в научное развитие лаборатории. Заявки принимаются до 15 июля. Электронное письмо необходимо отправить на почту, которая указана на экране. Для нас в первую очередь это подтверждение того, что организм обладает какой-то уникальной особенностью, в частности, выживать в совершенно странных условиях, то есть нести в себе некоторую программу генетическую, которую может использовать человек в своих целях для повышения, для того, чтобы разрабатывать новые биотехнологические методы, более устойчивые клеточные системы для производства каких-то там белков рекомбинантных, например. Диана Желенкова, Универньюз.